Я не знаю, насколько это искусственно или нет, я не хочу вообще об этом говорить. Я могу сказать только совершенно отдаленно никому не интересной темы, что действительно две цивилизации, сильнейшие цивилизации, так или иначе всегда был некий, наверное, раздел своих владений. И мне кажется, так всегда будет. Я не думаю, что стоит усугубляться в это, искать какие-то причины, предпосылки, видеть какие-то знаки и строить свои действия, основываясь на этом.